Всем добрый день, ребята. Смотрите, как можно играть с Джонсоном. Джонсон, знаете, он очень хороший танк. Я помню, раньше с Джонсоном тоже я играл, тоже не смог. Потом как-то другой с героем играл, больше с Вейлом играл я. И потом как-то, как с Джонсоном учиться, и потом в рейтинг можно играть. И как можно стать легендой или мифической силой, это все сейчас вам расскажу. Приступаем. Итак, ребята, как можно стать легендой или мифической? Смотрите, ребята, вот у меня, например, мифическая сила. Значит, как можно стать таким? Смотрите. Заходим, вот герой. Смотрите, Мия, Барон, Сэб. Сами Нана, Тигры. Там здесь очень много героев. Не знаю, ребята, вам какой персонаж, какой герой играть удобно. Вот, например, танк. Вот, например, боец. Вот, например, убийца. И маг, стрелок и поддержка. Теперь, смотрите, ребята. Заходим. Подливатель, режим, тренировка. Итак, с Джонсоном как правильно играть? Смотрите, выберем Джонсон. Давай прокатимся. Теперь второй, снаряжение, смотрите, ребята. Извините, вот снаряжение, смотрите, вот. Который вы когда скачиваете, ну, когда покупаете Джонсона, они вот автоматически вот так будут. Ну, так, снаряжение тоже хорошее, но топовые игроки, это очень хорошие. Они уже свои делали, видите? Вот они все, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Смотрите, вот, например, первое снаряжение попробуйте. Как вам понравится. У меня, если не ошибаюсь, или второй, или третий стоит. И вот, смотрите, ребята. Первый, попробуйте, играйте, как вам хорошо. И потом, второй матч тоже. Второй снаряжение попробуйте. Потом третий, четвертый, ребята. Потом сам узнаете, какой вам подходит снаряжение. Значит, это пока все. Значит, приступаем. Драконорожденный вернулся. Пусть Зелон будет. Потому что, ребята, Зелон или других, это нам не надо. Не понадобится. Нам сейчас просто учиться, как кататься с Джонсоном. Смотрите, ребята. Добро пожаловать в Mobile Legends. Значит, на правой стороне. На правой стороне. Среди экрана вот такой круглый. Что есть? Нажимаем на это. Максимальный уровень делаем. Все, у вас 15 уровень. Это максимальный уровень. Вот. Второй. Без зарядки. Нажимаем на него. Это закрываем. Потом приступаем. Значит. Один раз, два раза. Нажимаем. Смотрите, вот так погуляйте. We'll be right back.
показатель. Смотрите, если у вас первый уровень. Сейчас покажу. Вот, например, вы придете в меня, чтобы помогать стрелку. Вы просто всегда, конечно, первый, второй, третий, это ультимейт. Первый нажимаете вот так. Остановите врагу, чуть-чуть помешаете. У вас когда четвертый уровень будет, тогда уже... возьмите кого-нибудь, например, Адиэта, Гор, например, Мия, Лейла, может быть, убийца брать. Это разницы нету, конечно, это зависит, кто с вами ходит. Значит, ребята, смотрите, если вы не умеете кататься с Джонсоном, тогда команда не сможете помочь. Поэтому вам самое главное, чтобы... Я разобью тебя на чтобы кататься уметь надо. Вы пойдете врагу, увидите, например. Все, просто и вот это первый ударите на враги. Они остановят и двойной. Теперь смотрите, ребят, еще я хочу вам показать. Необходимый инструмент. Смотрите, вы, например, сейчас в базе, да? Например, идет, бой идет вот здесь, да? Здесь, например, видите, кто Лейла или убийца. Например, убийца здесь, да? Он, скорее всего, отсюда быстро не сможет. Вы его просто берете и все. Вот так пойдете, например, Сайвер. Вот, просто хоп, и так ударите, все. Вот это передаете и все. Сага может быть для человека бывает сразу. Я разобью тебя, нужно пустить. Если не надо, народ там. Автомобильные ракеты – обязательное условие для безопасного вождения. Еще хочу вам показать, вот, например, черепах убивает. Да? Если кто-то стрелок убивает, здесь как-то какой-то звук будет маленький, понимаете, чтобы убивает. И лорду тоже. Смотрите, вот. Интернет очень плохо работает, ребят. Сейчас покажу. Вот лорду, например. Сейчас притоплю газку. Шевелится уже. Сейчас я вам покажу. Я разобью тебя, ну, смотрите, если люди убивают, вот так шевелится. Видите, как шевелится? И вот так шевелится. Вы, например, видите? Вы, например, в базе будете, да? Например, ждете свою команду. Да? Через 5 секунд, может быть, он появится. Все. Вы уже должен готовы. Вы смотрите вот. Вы просто вот так смотрите. Отсюда тоже можно посмотреть. У меня просто телефон не очень. Да, вот отсюда смотрим. Смотрите, вот лорд. Лорд, например, убивает. А вы возьмете кого-нибудь. Я разобью тебя, на куски. То половину метро. И вот сюда придете и большой скоростью просто вот так ударите, все. Может быть, лорда возьмете. Убиваете двоих, троих. Вот, ребята. Пока что. Вот, ребят. Если у вас какой вопрос появится, в комментарии пишите, я отвечаю вам. Всем всего доброго.